организацию 20 маленьких аллигаторов. Всего лишь 20 голодненьких аллигаторов. Если мама с папой узнают, убьют на месте. Именно поэтому козлом отпущения придется быть тебе. Высокий, стройный и угрюмый. Потанцуем. Вы прелестны. Что-то не так? Семейка Адамс. Мы семейка Адамс, словная нам по нраву жизнь загробная, ну и все тому подобное. Ужасная, мерзкая, лохматая, зверская и ласково дерзкая. Мы Адамсов семья. Мы семейка Адамс, словная нам по нраву жизнь загробная, ну и все тому подобное. Тебя предупреждали 1000 раз аллигаторов в канализацию не спускать. Это бесчеловечно. Бедные малютки. Надо бы их покормить. Ларч покормит. А ты посидишь недельку дома. Неделю? А как же похороны? Раньше надо было думать. Тебе запрещается играть с оружием, устраивать пожары и мучить брата. Садисты. Не слишком ли строго? Ничего, переживет. Как это сбежать из дома? Как? А так? А кто мне будет устраивать темную? Поставит клеймо кочергой? Понянчилась и будет. Будь самостоятельным. Уинсди, ну свяжи меня еще разочек. Прошу. Маме с папой ни слова. Понял? Понял. Я буду скучать. Я тоже, брат. Без Уинсди совсем не то. Детектив Пеппер, спокойно. Мы уже обезвреживаем аллигаторов. Мне тоже жаль песика. Точно? А, но... Да, адрес мы знаем. Но... Что там, Файв? Соседи видели, как девчонка Адамс вчера выбиралась из канализационного люка. Бьюсь об заклад, это ее проделки. Удивил. Для их семейки обычное дело. Начнем расследование. Чую, кое-кому из нас эта затея выйдет боком. Вперед! Дедули здесь нет. И где я его закопал? Дядя Фестер, разведи подо мной костер. Ну что тебе стоит? Не время, Пагзли. Дедули пора принимать лекарства. Ой.
Что-то не так? Да, все не так. А вы арестуете Адамсов и посадите их навсегда? Простите, секретная информация. Огласке не подлежит. Посылка, она тикает. Магазин часов тик-так. Никто и не думал, что бомба. Сынок, держись, не бойся. Без паники, мы тебя спасем. Ты цел? Молодец! Варвары! Мальчик, пойми, играть с такими вещами опасно. Можно задохнуться. Правда? Класс! Покажите как. Спасибо за помощь с уборкой, Ларч. Хорошо, гладко, скользко. Полиция, сэр. Нам бы мистер и миссис Адамс. Документы. Это смешно. Дайте войти. Добро пожаловать. Извините его, но к посетителям наш дворецкий крайне придирчив. Работал как-то вышибалый. Я вижу, у вас ремонт. Можно сказать и так. Надо было расшатать лестницу в подвал. Мистер Адамс, мы пришли обсудить с вами одно архиважное дело. Серьезно? Да, даже очень. Прекрасно. Супруга в гостиной, а ваша кислая мина поднимет ей настроение. Шах и мат. Вещь, вот уж некрасиво, немедленно извинись. Мартисия, к нам детективы Пеппер и Файв. Помню. Здравствуйте. Чему обязаны? Мы хотели бы поговорить с Уэнсди. Ларч, попроси Уэнсди спуститься. Если насчет аллигаторов, то извините. Извините? Весь город на ушах. Травмы, увечья. Возможно, есть уже жертвы. Малютки, аллигаторы не пострадали? Позвольте компенсировать ущерб, моральный и физический. Мистер Адамс, откупиться не выйдет. Да, однако это новость. Уэнсди. Вставай. Мистер и миссис Адамс, у вашей дочери были стычки с законом? Ну, конечно. Раз-два в месяц, как минимум. Не советую, детектив. Как-никак, золотая перчатка. Ой, извините. Ларч, где Уэнсди? Ее нет. Она же арестована. Ее нет. О, Гомес, с ней что-то случилось. Глупости. Дуется где-нибудь в склепе. В таком случае попробуем поискать. Уэнсди. Уэнсди. Идем. Уэнсди! Обыщем дом. А надо ли? Сколько, говоришь, отстричь? Ну, один дюйм.
Секущиеся концы оставим на потом. Эй, что вы делаете? Всего лишь стрижет меня. А вы что подумали? Ну? Цирюльник с большой буквы. Да ладно. Молодчина. Красота и только. Можно мы тут осмотримся? Конечно, прошу вас. Ничего не трогай, вдруг вещдок. Мистер Адамс, дом тихий ужас. О, польщен. Детей сюда не впускаете? Когда сделают уроки? Электрический стул как настоящий. Еще бы! Венсди! 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 Может быть, в саркофаге? Она его любит. Да, тесно, душно. Дыхание не слышно. Похоже, кто-то с кем-то боролся. Это ее кукла, Мария Антуанетта. Она такой продается? Не смешите меня. Ребенок лично ее обезглавил. Нашли что-нибудь, детектив? Нет, туда она не заберется. Аллергия на червей. Пожалуй, нам пора. Позвольте. Мы еще не добыли факты. Да. Возьми себя в руки. Гомес, я начинаю волноваться. Перестань. Давай-ка расспросим Пагсли. Увидишь, все обойдется. Уж Пагсли-то знает, где она. Стойте! Не бросайте меня! Мыши! Здесь у нас детская. Понятно. Гильотина подарок? Ко дню рождения? Нет, к Пасхе. Пагсли, детка, Уэнсди не видел? Сынок, ответь нам, где твоя сестренка? Держи. Послушай, Уэнсди может попасть в беду. Признавайся, где она? Сбежала из дома. Что? А чего же ты сразу не сказал? Она взяла с меня клятву. Клятва, данная сестре, святое, но ты должен был настучать. Прости. Венсди может грозить опасность. Гомес, мы непременно должны ее найти. Волосы заплетены в косы. Взгляд, сама невинность, при себе имеет скальпель. Значит, вы ее поищете? Ну да. Звоните, если что узнаете. Непременно? Да. У тебя есть идеи? Да. Ноги в руки и... Так, в этом дурдоме детям не место. Девчушка поэтому и сбежала. Кстати, о побеге. Бежим? Позвоню куда надо. Пусть определят детей в приют, пока они не свихнулись. Так-так, детектив Лейси. И кто тут у нас? Уэнсди Адамс. Взяла ее на вокзале, пугала бомжей, всякое жулье. Вот это симпампуля. Пугала бомжей. И что тут, куколки Барби? Для рубки деревьев, полагаю. От рубки лезвие тупеет. Что это? Дробилка, конечно. Колоть черепа.
Только надо сперва газетку постелить, чтобы ковер не запачкать. Милочка, я не из пугливых. Не таких преступников вязал. А здесь что? Тарантул? Нет, ящик Пандоры. А, ну да. Так убедитесь, если не боитесь. Лэйси, в камеру ее для малолеток. Наконец. Идем. Поглядите! Девочки, пополнение. Поразвлечемся. Что слышно? Увы, ничего. О, не беспокойся ты так, Уэнсди не пропадет. Гомес, родной, ты вне себя. Верно. Так лучше. Чур я. Алло? 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 Мистер Кэннон? Да-да, уже едем. Из полиции. Уэнсди в участке жива и здорова. Прекрасно, едем. Стой, я тоже поеду, только схожу за Пагзли. Нет, оставайтесь дома. Пагзли бесится при виде полиции. А ведь и правда. Кстати, давно почты не было. О, насколько я понимаю, кот миссис Уилсон опять застрял на дереве. Ага, Адамсы. Ужас кромешный. Мыши, ловушки. Все хорошо. Кэннон, одно могу сказать. Младших Адамсов надо отправлять в приют. Ого! Вот-вот. Умоляю, не надо. Я на минутку. Приветик. Неисправимый ловелас. Не подходите. Детектив, спасибо огромное за то, что нашли дочь. Надеюсь, хлопот не было? Какие хлопоты? Подумаешь, выпустить пару злых духов в участке. Я очень рада, что все обошлось. Кэннон, в обезьяннике для малолеток такое? Теперь... сверхболевой супердьявольский захват. Выпустите нас! На такие зверства мы не согласны. Папа засудит вас. Мы исправимся, честно. Даже в комнатах порядочно ведем. Она же сумасшедшая. Бензди мастер по завязыванию узлов. Взгляни, а кляп-то каков. Вся в нас. И делится опытом. Отдать приют на растерзание этим деткам? Mm-mm. Гранату бросить не желаем? О-о-о. Какую еще гранату? Ухожу. Дурдом! Кочерга. Ножи для колки льда. Острые. Побеги бамбука. Щипцы. Я скучал. Я тоже, братик. Так приятно, что Энсди вернулась. Не говори. Без воплей Пагзли скучно. Так говорят, веселая семья, крепкая семья.
Теперь возьмем кололку. Тише, как стервятник. Уи, мушер. Дорогая, ты вводишь меня в исступление, как всегда.